замкнутый и ни с кем не общался. Могилевские правоохранители рассказали подробности задержания 23-летнего парня, который изготавливал самодельные взрывные устройства. В оперативную разработку молодой человек попал после того, как о нем милиция рассказал председатель гаражного кооператива. По словам мужчины, юноша постоянно проводил время в гараже и что-то химичил. Во время обыска в помещении, которое юный химик снимал у своего друга, оперативники обнаружили настоящую лабораторию для изготовления взрывчатки. Кстати, кроме ингредиентов для создания взрывных устройств, в боксе была найдена и готовая продукция. Когда впоследствии стали разбираться, по месту жительства последнего, это уже на Октябрьской территории, в которой он проживает, было обнаружено еще порядка 20-30 наименований химических всеразличных веществ, относящихся там как и к... не то, что относящихся, а входящих в состав отдельных взрывных устройств, а также самодельное оружие, кустарное производство. Данный самодельный револьвер был признан нарезным огнестрельным оружием, пригодным для производства выстрелов. Патроны, в свою очередь, были признаны боеприпасами, пригодными для стрельбы из данного револьвера. Как признался сам задержанный, взрывчатку он делал сам и в соответствии с инструкцией начинял ее гвоздями, шурупами и свинцом. Свою продукцию оружейник испытывал только на пустырях, а использовать по назначению якобы не собирался. На вопрос, почему он выбрал такое опасное хобби, подозреваемый ответил, что просто интересуется химией и взрывными устройствами. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело за незаконное действие в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.